А вы знали, что сегодня Международный день КВН? Ровно 60 лет назад в эфир вышла первая игра клуба веселых и находчивых. Всем хорошего начала недели. Я Леша, сильные новости, рубрика «Короче». Поехали. Беларусь и Россия не планируют вводить единую валюту. Об этом заявил госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев. По его словам, в союзном договоре есть пункт о введении единой валюты, но разговоров об этом, во всяком случае, пока нет. Беларусь заняла 12 место в рейтинге крупнейших экспортеров водки. В прошлом году наша страна заработала на этом деле более 42 миллионов, а доля мирового экспорта составила почти 2,5%. Пропить 42 миллиона. Ну а кто же в лидерах? Крупнейшими экспортерами водки стали Швеция, Франция, Россия, Польша и Нидерланды. А в Гомеле машина покатилась и наехала на женщину с 8-месячным ребенком. Авто принадлежит 34-летнему гомельчанину. В августе этого года он припарковался на обочине с уклоном и ушел. Машина покатилась, под колеса попала 61-летняя женщина и ее маленький внук. Как выяснилось, всему виной нерабочий ручник, и водитель об этом знал. На него завели уголовку, и дело уже передано в суд.